тебе кажется, новые духи, как они называются? А у тебя хорошее обоняние, но разве ты знаешь названия духов? Нет, конечно. Парфюмерия и косметика – это ведь в основном дрожащие. Думаю, что здесь ты ошибаешься. Современные мужчины тоже хотят и выглядеть, и пахнуть хорошо. Мы пойдем в магазин парфюмерных изделий. Там все и рассмотрим. Думаю, одеколоны мы разглядывать не будем. Это слишком просто. Так же, как и лосьоны для плеча. Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что мужчины используют не только одеколоны, но и духи? Во-первых, для вас есть специальная туалетная вода. А во-вторых, что это мы все время говорим о мужчинах? Да, конечно, ты права. Давай обратимся к товарам для женщин. Вот здесь прекрасные косметические наборы. Они все сделаны из натуральных компонентов. Я, кстати, куплю себе две коробки пудры и губную помаду. Моя девушка попросила приобрести лак для ногтей. Это она должна сама выбрать. Придешь с нее сюда завтра утром. Но если я куплю туалетное мыло и шампунь, она не обидится. Может быть. Но эти товары тоже бывают разных сортов. Хорошо. Ограничимся пеной для ванны. Ты поступаешь очень мудро. А почему же ты ничего не взял для себя? Знаешь, Вера, я понял, что мужчины сами должны выбирать для себя то, что им требуется. Так что в следующий раз советы мне не понадобятся.